Приветствую вас на своем канале «Вкусно и кошерно». И сегодня на ужин мы приготовим рыбку с овощами. Для этого рецепта нам понадобится рыбка тилапия, где-то 500 грамм, лук, нарезанный полукольцами, кабачок и зукини, 2 штуки, нарезанные кубиками, болгарский перец, 1 штука. И помидоры, тоже нарезанные кубиками, пару штук. Также соль, перец у меня здесь смешаны уже. И масло авокадо для зажарки. Приступим. Значит, сначала надо в сковородку налить масло, подождать, пока оно разогреется. Начнем с лука. Обжарим лук. Долго не надо, он не должен быть золотистым, он должен быть прозрачным. Все, наш лук начинает золотиться. Теперь кабачки. Перебрать масло, я еще чуть-чуть добавлю. Теперь добавляем перец. Поскольку добавили помидоры, на этом этапе можно посолить и поперчить. Сейчас овощи пустят сок, и можно будет добавить рыбку. Ставим под закрытой крышкой на 3 минуты. Все, наши овощи дали сок. Можно добавлять рыбку. Рыбку я разрезала на 2 половинки и скрутила вот такие цветочки, розочки, как это можно назвать. Рыбку тоже надо обязательно посолить, поперчить, иначе она будет безвкусная. Закрываем крышкой и ждем 10 минут. Все,
Все, 10 минут прошло. Посмотрим, что у нас получилось. Вот такая рыбка получилась. Красивая. Рыбка с овощами. Приятного всем аппетита и до новых встреч. Пока-пока.